Блядь, что делаете нахуй? Здорово. Здорово, Валентин, блядь. У вас тут закрывается комнатка, да? Ну. Вы платите за это что-нибудь, нет? Нет. 2000? Голубь. Чё? Здорово, ты где? Где, блядь? Ну выходи, хули. Ребятушки, всем привет. Приехал в детский дом. Набрал тут всего им. Любимая моя, спасибо огромное сегодня. Спонсор ты. Кепочку бульдогу купил, как ты просила. Звучонку еще не купил. Я куплю сейчас. Ребят, не знаю, сейчас это все унесу. Опа. Так, что подожди, ребят. Опа. Ребят, три пакетика. Опа. Машину закрою. Собаки там лают. Так, ребятушки. А вон детишки, ребят. Сейчас. Ребят, иначе как вам будет видно, не будет видно. Так, посмотрим. Блин. Любимая, спасибо. О, здравствуйте! Ну-ка, давайте, принимайте. Какой маленький? Давайте большие идут. Большие, большие. Давайте, большие. Все. Так, несете? Ну все. Давайте, Лен, привет. Ну что, гулять пошли? Ну все, ладно, давайте, пока. Унесите. А? А я получил, завтра не поеду, потому что. Ну все, давайте, пожалуйста, давайте, пока. Давайте. Ну все, ребят. Все. Детишек встретил. В субботу, ребят, сегодня поехал в субботу. В воскресенье, так, у меня планы. Ну это все потом будет известно. Так что, любимая моя, спасибо огромное, ребят. Да всем спокойно, всем огромное спасибо. Детишки встречают радость, ребята, мне даже прямо. Ну все, поехал сейчас еще пивную кегу забрать надо там, ребят, блядь, короче. Ну, Коля занялся этим. Хули делать, ребят. Извиняюсь за мат, блядь. Стараюсь, ребята, меньше материться. Вы меня там это поддергиваете, если буду сильно матом. Буду стараться. Ну все, ребят, помчался я. Приехал, ну, по речной нету. Ребят, сегодня суббота. Ну, бабушкам скажу, что в воскресенье попробую, блядь, проверить, на, как они отреагируют. Все, поехали. Дедушки. И начнут искать. Дашки, ну что, приехал, дедушки. Сейчас поглядим, дедушки здесь, не здесь. Ребята, жарко. Дедушка, дед, Толян, Толя, ау, Толян, нету, они что, на поисках, наверное, клада, хули, поди точно знают, нахуй, что сегодня суббота, так не жут мне, ну поехали, ребят, сейчас поищу их, бывало времена их искал, так что сейчас поищем. Блять, что делаете нахуй? Здорово. Здорово, Валентин, блять. Как дела, блядь? Отлично. Че, у тебя вообще хуёво, что ли? Вообще хуёво, блядь. Ну, блядь, что, ничего не нашел, что ли? Да нет, что, видишь, вот двое, блядь. А это кто? А я не знаю. Ты один, что ли? Ну. А где Никола, о, вас увидят? А Никола, он... Нет. У тебя что есть, вот это, спасибо за это. Че, выпить надо? Надо. А жопа не слипнется? Нет, нормально будет. Пойдем сюда, отойди сюда чуть немножко. А-а-а. Расскажешь мне про жизнь. Ребят, здесь столько много людей, ты, блядь, металл-то собирают, нахуй. Ну что, Валентин, я как? Я давно не видел тебя. Да хотя хули, тебя тоже давно не видно, нахуй. Я тебя... Где будешь? Ждал. На, выпей хоть. Похмели. Так похмелись, ёптать, хули ты. А прячешься, блядь, них. Че, Валентин, голубь тебя отпиздил? Было. Да? Но, он вместе никак был, блядь. Вместе никак был? Ты его, что ли, отпиздил? Он тебя, ты его? Ты победил его? А я хуй. Я не знаю. Спасибо тебе. Там даже с наушниками надо. Всем спасибо, всем. Да ладно, постой, расскажи, где живешь-то сейчас? Я живу вон, сейчас тут спал только, проснулся. Ты один, что ли? Один. А Никола-то где? А Никола ушел от меня, нахуй, блин. Че, разбежали, что ли, разошлись? Ну, хуй он тут.
Развод, нахуй, девичья фамилия. Знаю его, хуй знаю его, блядь. Там ты не хуй, в перчатках, чтобы руки не заморачивать. А? Руки, чтобы не заморачивать в перчатках. Да ладно. А это что, с тобой, нет? Нет. Сами по себе, ребят, не кидай. Я да, сам по себе, нахуй. Я сюда, блядь. А ты хули сейчас после них-то нам нехуй делать? Да, пожалуйста. А тебе хули сегодня пузырек приплыл, пачка сигарет, и все, уже заебись. Да, Жизнь удалась, да? Ну. Сука, Валентин. Здесь спичек нет, а? А? Ну, сука, Валентин такой. Ребята, да, сам... Если есть, дай мне коробочку. Валентин самый наглый бомж, ребят, нахуй. Ну, я в ясно делал, блядь. Я бомжу уже сколько уже, блядь, заебался. А что, к жене возвращайся, нахуй, хуй ты? А хуй, да, иди, блядь, документы забирать. А что, не пойдешь-то? Заебался. А я постоянно, блядь, кривой, нахуй, блядь. Да? Ну, ебать, нахуй, блядь. Ребят, даже он в наушниках, блядь, пацак собирает, блядь, ёпста. Там ещё у меня рация стоит, блядь, что, блядь. Антенна какая-то, блядь. У тебя? Ну, в мешке, нахуй. Вот, блядь. Ну, всё, сейчас Валентин, видите, всё, Валентин сейчас... Сейчас Валентин пойдёт пошарится, да? А, там... После них. Всё, уже после них нехуй делать. Нахуй, блядь. Про... Ах, блядь, ты мне скажи, пузырь заработал я уже, всё сегодня, да? Хуй, за мне это... Я пришёл, хоть... Ты пуговку сам пришил, что ли? На джинсы пуговку сам пришил? А, нет. Это не мои. То вот снял джинсы? Да, они лежали на мусорке, я взял один. Новые, что ли? Ну, так-то нормально. Не жмут? Нет. Нормально? А хуя держит-то нет никакой. Нет. Да голый ходи, сейчас тепло же. А хуй, голый, в трусах. Без трусов? Нет, вообще? Да, трусов нет. Вообще без трусов ходи, нахуй. О, блядь. Че ты? Охуенно. Скажешь, ну, нудист. И все, хули. У Валентина верхних зубов вообще нету, что ли, нахуй? Нету вообще. Нихуя себе. Верхнего нету. Нижние там 4 зуба осталось там. Точка, все, пиздец. И все будешь деснами засасывать, нахуй. А хули делать-то, блядь? А как ешь-то, блядь? Вот так и ем. Ты ешь вообще, нет? Когда есть, ем. А что ешь? С помойки? А. Что, с помойки найдешь? Ну да. А что находишь в основном? Ну там мясо еще находишь. Вкусненькое? А ты, сука, сологузник, блядь, да? Ну бывает вот такое. Бывает. Я что честно говорю, вот как есть. Бывает что-то вкусненькое выбросил, да? Ну. А что самое вкусное находил? Да что такое. Торты выбрасывали, я торты не люблю, а сладкие нахуй. Зубы, это... зубы болят, да? Где? Паски, нахуй. Паски? Тоже? Да, не. Да, продавал бы их, ты все тогда хоть. Да, ну, ты не, не барыга? Нет, я не барыга. Да и правильно, сладкое не есть, что зубы, блядь, последние 4 штуки заболят. Последние, а там 4 штуки осталось. У тебя болят зубы вообще? Пока нет. Вот, сколько тебе лет, Никол? Ой, Валентин. А? Сколько, Валентин, лет тебе? 62. 62? И ни разу зубы не болели? Да, ребята, фантастика, нахуй, вот так вот, нахуй. 42, о, 62 года, блядь. Я сам зубы шатаюсь, дергаю, посижу, выдергиваю сам, нахуй. Ага, и что, куда зуб деваешь? Прячешь его, мышка, забери, а принеси не, зуб. Поначалу так, блядь. Да, а сейчас? Как мне мать учила, мышка, надо зуб. Да ты бы взял браслет, блядь, из них, амулет, нахуй, зубов, да. Хули ты? Да мне два и все вырвало. Еще два и все, нахуй, будешь без зубы. А так нет, зубов. Так, а что ты, почему с голубями-то подрался? Ах, нахуй послал его? Не знаю. Я у него там был. А ты у него дома был? Ну. А в доме пизды получил? Ну. Ну, сука, Валентин. Он заебался. Я боксер был, нахуй, раньше. Ну что, ты почувствовал, что он боксер реально был? Я хуй знаю, не знаю. Он тебя въебал, ты упал сразу же? Нет. Ты ему значит отдал хоть? Конечно. Да? Время сколько? Сука, время. Час. Час уже. А ты тебе куда время-то? А где проспал сколько, блядь? Только проснулся, блядь. Пил вчера? Да. Че пил? Это я посмотрю, это. Две штуки? Да. И ты пьяный с них? А? И ты пьяный с них? Я выпил, опять спать. Выпил, опять спать. А вчера не ел ничего никакого? Нет. Молодец, нахуй. Худеешь, блядь, надо летом быть худым. Да, худым, надо. Поджары, нахуй. Пресс-то есть у тебя хоть? А? Пресс-то есть? Нет. Нет? Ни зубов, ни пресса, нихуя нету. Ни счастья. Ни счастья.
Ну ладно, Валентин, пиздуй тогда, увижу тебя, еще подгоню тебе, хорошо? А, ладно. Давай, что надо сказать-то? До свидания, пока. Пока. Ну не расстраивайся, нахуй. Ну, зубы вырастут, хули, еще хули тебе 62 года. Да хули, вон. Ставлю к его. Присоски, найдешь на помойке или присоски, так вставишь? Да, да? Да. И все хули. Ладно, если кто-нибудь найдет присоски, ребят, может есть какой-то там зубы присоски, подгоните Валентину. Ну, да, Валентин? Ну, что там в жопе достал? Пластилин, что ли? Да не он. Иди, блядь, отсюда, и жопу достаешь что-то. Да не вот. А, я думал, и жопу что-то достал что-то. Не. Ладно, Валентин, хули, давай, удачи тебе. Давай, не делись больше, боец. Ладно. Нельзя драться, блядь. Да нет. Что зубы, блядь, последний потеряешь, нахуй. О, блядь, толкать будешь, нахуй, думал. Ладно, Валентин, все, я уехал, давай. Давай. Всем вашим привет, нахуй, нашим тоже. Давай. Бомжам, блядь, бомжевская жизнь, нахуй. Давай. До свидания, скажи. До свидания. Все, давай, Валентин, блядь. Ну все, ребята, поехали дальше. Вот так вот и Валентина встретили, видите. Валентин боец, блядь, без зубы, нахуй. Ладно, едем дальше. Ребят, ну что, на трубах никого ехал, нахуй. Ладно, поедем дальше искать их. По городу сейчас поедем, прокатимся. Проехал почти что весь город. Никого не нашел. Сейчас еще раз проеду до деда. Дед, поеду на 101. Вот так бывает так, ребят, даже. Что для субботы. Не знаю, где они шляются. Москвы. Ребят, видите, я слабо все дороги делаю. Сейчас так надо. Ребят, ну что, деда нету. Поехал еще через речную проеду. Там за бомбалюк. Посмотрю. Может. Андрюха, который обожженный, там увижу. Нету, так поеду это. Вообще, ничего нету, попробую. Лыжи, я же примерно знаю, я же примерно, если вспомню. Может, рыжий Василий возьму утром, может, первый поедем. Ну, это все увидите. Толочкин еще приехал. Сейчас поглядим здесь, живут, не живут. Тропа. Есть, нахуй. Никого нету, нахуй. Это заварено, нахуй. Ладно, все, поехал до рыжего. Сейчас рыжик, если найду. Найду, нет, значит, не найду. Наш поеду в первый. Это так, нахуй. Мужик разговаривается, это спутники. Короче, ребят, Вовкин дом нашел. Там никого нету дома, ну что? Пацанов не работает. Ладно, поеду на 101, ребят. На 101 получусь. Может, кису хоть увижу с Светкой. Ну, нет, нет, значит, ребят, что, останетесь без видиков. Ребят, решил доехать на эту, вот тут он есть. Посмотрим, вот там, перед этой. Перед 101, нахуй. Тут лучше шурохается. Здоровенько. Как зовут тебя? А? Ну, выпить хочешь? Не, есть. Есть? Ну, красавчик. Как зовут-то хоть тебя, скажи? А Андрюха бульдога не видел? Сикова. Ты один, что здесь живешь? Да. А что, тебя не видел ни разу? Недавно, что ли, начал бужать? Ну пошли, хоть пачку сигарет дам тебе. Давай, пачку. Пошли. Дам, что я тебе буду носить, что ли? Что, я приезжал, тебя не было здесь никого. Недавно пришел, что ли? Да. А, ты пьяненький, блин. А Николу... Пьяный, чай, трезвый. Я тебе, блядь, сегодня же суббота, праздник, да? Спички-то есть у тебя? Есть. Как вот зовут тебя хоть, скажи? А, Лёха, Алексей. Лёха. А ты-то что? Что-то ни разу не видел, сколько снимаю, блин, ни разу тебя не видел. Недавно начал? Не дальше? Или ты просто запировал, блин? 3 дня. А так-то что, семья есть хоть? Нету них? Нету у меня, я всех похоронил. Такая, блядь, похоронил. Жилье что, тебя кинули на жилье, что ли? Продал? Кинули? Кинули?
Водки дайте, нет? Если есть, дай. Так что, если нет, я бы не спрашивал, блядь. Ладно, Леха, что хули? На тебе. За знакомство хоть раз я увидел, так можешь буду сейчас видеть. Благодарствую. Спички есть? Есть. Все, понял. Ты что, сегодня никуда не ходил, металл не собирал? Ты здесь? Не, как собирал, но, блин, не такой, что большой. Но, тем не менее, на выпивку нашел. А ты знаешь бульдога-то, Сикова-то? Андрюха-то? Как не знаю. И, а он где, не знаешь, где трется? Я с ним сидел. А это где он, не знаешь, где он трется-то? Не знаю. Сегодня не видел? Сегодня такого не видел, нет? Блядь, не мусори хоть, что ты мусоришь-то? А это... Ты че, а тут че, никто не мусорит, что ли? Ну вот и тоже будешь... Да? Ладно, Леха, давай, что, иди, поехал я тогда хуй. Давай, что, не хворай, нахуй. Бульдога увидишь там, бульдога или кого там. Хорош, не снимай, ну а что тебе? Да ну, просто. Ну как просто, вот я тебе водку хоть сигареты дал, не буду снимать. И водки не будут, у тебя ни сигарет, ничего не будет, видишь? Как, тут тоже как закономерность такая. Я тебя снимаю, ты водку пьешь, сигареты, правильно? Ну ладно, Леха, что, давай, увижу, так еще буду подогревать тебя, что. Хорошо. Ты здесь живешь-то? Да, пока я здесь. Не, ну ты давно себя попал-то вообще в бомжа ты начал? Что-то я не видел, сколько каждую неделю я столько всех знаю, мне кажется, казалось. Четвертый день я тут. А до этого где был? А ключи потерял от дома, и все, и... Вот, блядь. И все. Ну все, понял, ладно, Леха, поехал я. Давай там, давай, счастливо. Спасибо. Давай, давай, пожалуйста, Леха, от души. Давай, Леха, пока. Вот так вот, ребята, потерял ключи. Более глупого бомжевания я еще не видел, блядь. Потерять ключи и бомжевать. Как-то так. Ладно, что, ребят. Сегодня день таких забытых историй. Поеду я на 101 разгоняю. Может, там эти кто-нибудь есть. Как-то так, ребят. Видите, актеров-то, блядь, до полна. Че, человек запировал, ключ потерял, все, бомжевать начал. Вот пиздец это. Это вообще капец. Вы одни? А где киса? Они уехали. Куда? Домой. Домой? А, на работу? Все понятно. Ну как дела-то у вас? Иди, давай хоть закрой. А вы вдвоем живете только что? Или нет. Там кто-то еще живет? Да. Сейчас никого нету? А это вас чисто комнату снимаете? Да. Ну, давай хоть денег дам. Дай денег. Угу. Давай. Кате это привет твой передай. Катя. Нет. Спасибо огромное, скажи. Нет. Нет. А ты что, спала, что ли? Угу. Ай, держи. Ай, что тебе? Ну, дай-ка посмотри, что у вас тут, блин. Казалось, держите. Телевизор, что ли, смотрите еще? Да. Ни хера себе. DVD, блядь, все чики-пуки, да. Кисля, что, до вечера работаешь? Да? Они сейчас дома уже будут. Дома должен быть? Да. А что у тебя а такое? Нет, нет. Что у тебя под глазом? Мало. Видишь? Вижу, блядь. Ты даже говорить начал хорошо, блядь. Я найду сна, обратно. Найду, смотри. Заняла. Упала. У вас тут закрывается комнатка, да? Ну. Вы платите за это что-нибудь, нет? Нет. 2000? 2000 платите? Нифига себе. А где деньги берете? Какие с работы? Ну, он есть на работу. А, нам получает он? Да. Еще не получал? Да. Что смотрела, там сваты, что ли? Ну. А где телевизор с DVD взяли? Телевизор мне дом взял. Один его отдал. Не нашли. А где кошка у вас? Ой, дома. Там?
Я еще не звонил. Понял, сынка. Вот так вот, ребята, блядь. Видите, они живут как. Блядь. А? А где готовишь? Там что-нибудь есть? Там есть что-нибудь? Нет никого? Нет. Пойдем хоть покажешь мне. Потом пойдем, я тебе водочку дам, киси. Сигарет дам хоть. А здесь готовите, да? А как вы нашли здесь жилье? Мы с мамой снимали раньше. А здесь снимали раньше? Да. Она бежал. Позвал? А тут дед, что ли? Нет, ну он грузин. Грузин? Да. Это холодильник ваш? Да. Общий? Не он. А и он? Угу. Все, понял. А вы храните свой совет, нет? Угу. Да, тоже? Ну, пошли еще, типа, отсветка. А это что, закрытое тоже сдается, да. Что ли? Тоже сдается? Да, там муж и нос. А, муж и нос, да хуй. Тут стучится? Нет. А, все понял. Ну одевайся, Свет, пошли, я тебе хоть водочки дам, киси, привет передавай там. Завтра не приеду, видишь, я сегодня приехал. Сегодня какой день недели-то? Сейчас буду. Блин, знает. Ладно. Пошли, дам тебе водочку, сигарет дам. Я ему сказал, что мы надо дома. Что, дома был? Да. Ну что, завтра я уже не приеду, не получится, я сегодня приехал, хоть вас увидел. А что, ты сейчас в обед-то, значит, не едешь? Mm-hmm. Что здесь? Mm-hmm. Вот так, а это что у вас, выключатель что-то такое? Ну, голова, даже свет есть. Все. Ну, пойдемте, там водочки. Mm-hmm. Да не одевайся, машина-то вон рядом у меня. Свет у меня там. Ну что, сейчас больше на трубу не тянет? Спички-то есть? Есть? Все, в следующее воскресенье тогда ждите здесь меня, хорошо? Ага. На спички. А, спички есть, да? Да. Ну все, давай, киси, привет, в следующее воскресенье приеду. В это уже не приеду. Ну все, давай, пока. Будьте здесь дома. Ну что, ребята, поехал я. У нас бес сейчас еще какой-нибудь. Блин, ребята, ну как будет интересно. Блин, если честно, я рад за них. Вот. 2000. Блять, могу ведь, ребят. Знаешь, Павел Васильевич ошибался. Чтобы бомжи не вернуться. Ну что, я же, блин, не бог, там, не царь. Могу ошибаться. Вот, ребят. Любовь делает. Что? Снимает квартиру. Так, куда, ребяточки? Поеду, поищу сейчас. Играют как телефончики. Поеду. По обеду еще проедусь. Велосипед заберу и поеду на. Ребяточки, приехал в это место. Про это место я забыл вообще. Здесь тоже нету их. Ладно, поехал до Голубя. Видите, вообще все заросло на. Не дай. Посмотрим. Может, голубь вас порадует. Ну нет, нет, что, ребят, поеду домой. Велосипед заберу. Поеду в детский дом. Так, что там? Голуби все открыто нахуй. Голуби летят над нашей зоной. Ой, что-то мух, ребят, ёпстуды. Голубь! Голубь! Чё? Здорово, ты где? Здесь, блядь. Ну выходи, хули. О, блядь, да ты не один, что ли? Да, пока. А голуби-то нету, что ли? Кого? Голуби. Голуби-то да я, ебать. А ты с кем там? Один. А там кто-то наверху у тебя спит. Не, никого там нету. Да что, что пиздишь-то, я же вижу, блядь. Серьезно, ебать. Ну как голуби, ходи, я, блядь, посвящу нахуй, то тебе верить. Кто разрешил? Кого?
А там девушка что какая-то? Да нету никого. Довольно жив же, я же вижу хуй. Да ты одеяло, ё-моё. Да что ты пиздишь-то, блядь? Ты, блядь, не видишь, что ли, блядь? Голубь, ты что, блядь? Кто это? Я дурак, что ли. Голубь, блядь, как дела нахуй у тебя? Потихоньку. А что у тебя тут мухи долетают? А кто-то нагадил, сука, там. А что, дохуя их мух-то? Что ж было, блядь? Ха, голубь, нихуя ты, блядь, в кепке какой нахуй. Ну здорово, блядь. Голубь, блядь, на тебе сигареты, блядь. Это я у племянника забрал его. Да, что, домой ходил, что ли? Ну, он мне это... Ладно, хоть бы мне вот мне ванну бы загнал, нахуй. Помыться же? Тебе надо, да, помыться-то, блядь. Обязательно. Ну иди, блядь, присаживайся, расскажи хоть что, блядь. Бульдога-то не было. Ты не завидуешь? Как не завидуешь? Все завидуют тебе, блядь. Говорят, у тебя только земли столько дохуя, блядь. А ты ее нихуя не облагораживаешь, нахуй. А я тебя нихуя не узнал, ты я в кепке думал, что за пацан молодой, блядь. Я тебя у племянника забрал. Ха! Сыка, вот голый, блядь. Зачем Валентина отпиздил? Да, них было мне нахуй посылать. Ну, бля, он говорит... Ну, видишь, нагрубил маленько. А он сказал, что ты, блядь, боксер, нахуй, хули. Да какой я боксер, я вот так. Показал ему бог. Кухонный боксер, я был. Ну, его, ну, на кухне ебашил его. Или здесь прям? Нет, на трубах. А, на трубах? Че, бульдога-то видел, нет? Бульдога не видел давно уже, блин. Слушай, тебе надо пиво? А где оно? В багажнике. Пойдем заберешь, брось эту. Там у меня просто большая бутылка. Давай я просто. А то я, блядь, сейчас поеду куда, я никого не нашел сегодня, хули. Пошли. Сейчас, ребята, голубю отдам. Че, через сюда пойдем, ближе, наверное, да? Да, да, да. Блядь, ебать, опасно, блядь, ходить, нахуй, яма, на. Че, картошку нынче сажать не будешь, что-то мух дохуя, ребят, ну, смотрите. Ёп, туда, блядь. Голубь, блядь, кто-то умер у тебя, что ли, сука, блядь, иди показывай дорогу мне. Нет, никто не умер, просто я гадил. Ты гадил везде, что ли, вот засранец, блядь. Да не, мух, ты что-то, ребят, смотрите, пиздец, вот рой, нахуй, мух. Буду молчать. Вот так вот, смотри. Ага. Вот все вот думают, что это ты. Как, блин, эти деньги ты на нас тратишь сегодня. Правильно? Ну а кто опять что говорит? Кто опять сказал тебе? Ну, знаешь, что туда-сюда, блин. Не, ну я. Я не. Не, это естественно. Конечно, голубь. Ты что? Это естественно. Ребят, видите, сколько людей. Да. Да. Молодец. О, блядь, унесешь, нет, пиво. Ты хоть пьешь пиво? Я дурак, но умный. Молодец, голубь, блядь. Правильно, нахуй. Хули, скажи. Я вам добро и себе добро делаю. Давай вместе понесли, хули. Самое главное, на бензине, что, блядь. Пошли потом, там, ну, то мухи нахуй у нас сидят, блядь. Пошли, я донесу, блядь, голубю помогу. Ребят, видите, сколько много даже голубей. А кто тебе кто сказал-то? Такое. Да, я не помню, что. Это всегда. Говорят, завидуют тебе. Кто? Да, завидуют? На нас деньги делают. О, бля. Тратить тебе будут занимать. А, блядь. Ты видишь, или не так? Да, конечно, не так, нахуй. Ты что, я же деньги. Я же вас. Видишь, работает. Но я же. Да я так донесу, пошли. Я же, видишь, вас работать заставляю. Вы работаете, я с вас деньги получаю. Ха-ха. Блядь, люди, да? Ах, люди, блядь, людишки. Голубь, ну сегодня тебе праздник, пиво напьешься, блядь. Да? А я думал, ты не пьешь пиво. Ой, блядь. О. Опа! Ну все, вот тебе еще пузыречек. Thank you very much. О, бля, какой голос, на. Молодец, на. Екатерина Александровна говорила, учи английский, блядь. Я говорю, да нахуй мне нужен. Смотри, сколько пива у тебя будет. В Англию не собираюсь, нахуй. Видишь, сколько пивка у тебя будет, блядь. Нормально. Зависит. Кстати, к диву. Вот так вот, видишь, я, курю, деньги на вас зарабатываю, блядь. Да. Пойдем. А ты все равно нас тратишь, я моем. Не, ну и трачу, себе оставляю, конечно, хули так-то. Ну, на бензин. Угу. Ладно, голубь, что, поехал я тогда, хули. Как говорится, Москва с нами, нахуй. Еще с нас тут Россия живет, я моем. Ну, вот так вот, блядь, голубь сказал, нахуй. А, опа, стоп, машина. А ты что, записывает, блядь, колено? Блядь, конечно, все записываем, все, блядь. А как, блядь? Ну, не знаю, что сказали. Ты с германцами работаешь. Я с германцами? О, блядь, как понять, что они, как понять работу? Им отсылаю, что? Ну, видео это. Голубь, блядь, не слушай никого, ёптать. Ни с кем я не работаю, я сам за себя работаю, ёптать.
Я снимаю в Ютубе вас, блядь, выкладываю, люди смотрят. Видите, ребята, еще, блядь, даже уже с немцами работаю, блядь. Да. А то тебе, кто такой говорит там, блядь, мне хуй не дешево. Да есть люди, хули. Как он, Ганс или кто он? Да не знаю, как его звали, блядь. Ты знаешь, я как-то с ними работаю. Да ты что, ты хуйню не занимаешься. Да вранье все. Конечно, пиздешь, что ты? Голод. Ну ты что, посмотри мне в глаза, блядь, какими немцами? Я вижу, голубые блядь, глаза. Блядь, ты что, нахуй, какие нахуй немцы, ты что? Ребята, это еще что-то новое. Ладно, голубь, ты будешь моим доносчиком, если кто будет говорить, ты будешь мне рассказывать, понял? Я тебе сказал, что знаю. Все, блядь, понял, нахуй, ладно. Бульдог это не видел? Ну это не вранье все. Так не слушай никого, ты что, ёбнулся, блядь? Какой нахуй немцы, ты нахуя? Это... Харе, сука, не давай, блядь, ёбану. Нахуй ты их слушаешь кого-то, ты что, ёбнулся? Какой нахуй немцы, блядь? Ну видите, я пивко им бархатное привез, блядь. Голубь, только спускай газы, понял? Спускай газы. Понял? А почему? А если и... так будешь взять, взорвется нахуй. Кто? Я или она? Она. Вот сюда нажимаешь на кнопочку. Ага. Прояснил. И потом скрывай. Понял? Ладно, хоть маленько научил. А ты, так что, ножом что ли ткнул бы ее, блядь? Я бы не сам не садился. А хоть ты мне объяснил ее. Вот сюда, видишь, здесь кнопочка нажал. Воздух сдул. И потихонечку снимаю ее. И все, и пей пиво. Ага. Пиво это тебе до вечера хватит вам. Посидите. Ага. Ладно. Танюху сейчас подниму. Ну, Танюху заставлю со мной вместе пить. А она что, у тебя живешь? Да? Ну, она так же бомжует, как и она. А это, а у нее Пашка был, где Пашка-то? А не знаю, куда подевался. Все, короче. Денис, ёпки мой. Денис или Пашка? Дениска. Да, хуй, ладно, голубь, Дениска давай. Дениска исчез куда-то, ушел и пропал. Все, понял. Видишь, дело, что мама инвалид, с ногами не в порядке. Вот за ней ухаживает, видишь, он же ей кушать готовит, и все, туда-сюда. А ты что, голубь, никогда не собираешься к мамке пойти? Я ходил сегодня, показался, да. Мне морали почитала. Ладно, хоть за меня сестра еще заступилась. Дай ему, говорит, хоть спокойно чай попить, нахуй. Не ворчи на него. А ты чай попил? Чай попью. Ну, сахара много насыпало, заразина, блядь. Жопа не слипнется, блядь? А ты же любишь сладкое, это хули. Ну, так-то да. Но все равно много насыпало. Не шибко сладкое не люблю. А, ну, как тебе объяснить? Шибко сладкое не люблю. Ну, мне мамка, она же, я же один у ней дурак. Она меня любит. Ладно, хоть сеструха младшая заступилась за меня. Сеструха-то с мамкой живет? Да. Мамкой. Она младшая, на 4 года младше меня. Ей 46 лет. Ну, ладно, голубь, поехал. Никого не слушай, никаких немцев я не работаю, я сам на себя работаю. Голубь. Самое главное. Не слух. А вот не поебал ему, да и ничего страшного. Так ничего страшного, за неправду надо бизить. За пиздешь, рыба ешь нахуй. Маленький надо, хуячил нахуй. Ну. Все, давай нахуй, скажи, пальцы кверху, блядь, мужики. На ногах пигушки. На ногах. Все, голубь, давай, уехал. Воскресенье приеду следующее. Понял, не дурак. Все, давай, чао. Давай. Ну все, ребят, че. Давай, спасибо, голубь. От души, спасибо. Ребят, ну вот. Видите, у нас в поселке вот такие есть люди, блядь. Вот в Асбесте есть люди. С немцами работают там, зарабатывают. Ребят, я объясняю тем, кто, блядь, кто вот им говорит это, ребят, я зарабатываю деньги, зарабатываю, не на них, а на контенте, я снимаю контент, вы смотрите, кайфуете, я зарабатываю на этом. Когда бы на них, я столько раз говорю, блядь, ребят, если бы я на них зарабатывал, блядь, они у меня работали, блядь, день какой-нибудь на шахте, блядь, бесплатно бы работали за тарелку супа, вот это я зарабатывал бы на них. А так я что, приехал, снял, все, им водочки, пожарочку там, сигареты подкинул, все, они кайфуют, я кайфую, все кайфуют. Так что вот так вот, ребят. Сейчас еще небольшой круг сделаю. Проедусь, ребятушки, здесь. И, блядь, если никого не найду, то поехал домой. Как-то так. Ребятушки, ну что, приехал за велосипедом? Вот, видите, там запчасти. Все, заказ. На заказ, ребят, запчасти. Я там снимать уж не буду, что человек. Вот. Велокамеры, запчасти под заказ, все, ремонт, велосипеды, ребят. Ну что, велосипед все готов, да, Саш? Да. А что ты сделал? Ты что забыл-то хоть? Полностью все промазал. Колеса, ось каретки, рулевую колонку. Сейчас можно ездить и радоваться. Да? Ну все, ладно, спасибо. Пожалуйста. Так что, ребята, обращайтесь. А что, если подписчики от меня придут, можно какую-то скидочку им? Скидочка скажут, будет Васильевич. ВКонтакте объявление. То есть ВКонтакте объявление, там, возможно, будут скидки. Ну, я у себя в группе тогда тоже размещу, то и вставлю там это интересное, это, да, твою группу. Ну все, ребяточки, так что так, сейчас забираю велосипед. Ребяточки, ну что, все, велосипед забрал. Саша все починил. Саша, тебе спасибо огромное. Ребят, там еще сюда приедет сам в этот, ну, детский дом приедет, там посмотрит велосипеды, у них там есть еще велосипеды.
как бы, ребят, сделал бесплатно. Как бы, ну, рекламка тоже дает о себе знать, ребят. Что, бесплатно, ничего страшного. Еще, ребят, у него даже выезды есть, ребят. Может выехать на Рефтинский, на Малышево, ребят. Так что все в описании будут, ребят. Все ссылочки. Мы уже там было видео. Ну, еще раз видео ставим в описании. Там все, ребят. Группа ВКонтакте. Так что, ребят, смотрите. Пишите, звоните ему. Там телефоны все есть. Все запчасти, все сделает вашим велосипед, ребят. Если кому там... Ну, потому что у меня сам велосипед, ребят. Сам потом даже обращусь. Потому что сам его тоже толком не смазываю, ничего. Ну, все, ребят. Как-то так. Вот такое было видео, ребят. Понравилось. Пальцы кверху, не понравилось. Тоже пальцы вверху. Ну все, поехал в детский дом, увезу велосипед, все, видите, ребят, все промазал, все, подкачал, все сделал, все, пускай детишки катаются, ребятушки, ну, чем могу, помогаю, так что, и вы помогаете, ребят, спасибо огромное.